Но мы начинаем работу. У нас небольшое новшество. Мы решили теперь делать влог. Мы же молодежная сборная, поэтому у нас все будет по-молодежному. Будем потихонечку общаться с ребятами, открывать их по-новому и открываться по-новому. Будем потихонечку работать. Вот у нас сегодня воскресенье, солнечный прекрасный денек. Наша работа начинается с тренажерного зала. Сегодня будем без поля, потому что многие ребята вернулись только после матча, устали, поэтому у нас сегодня немножко иная работа. Кулус, ну что, скучал по сборке? Ну, немножко. Как, почему немножко? Ну, потому что за тобой не скучал. Так, по некоторым людям есть. Например? Да, я шучу. Да скучал, конечно, все равно. Любая обстановка, что-то новое. Переключаешься с футбола чемпионата на сборную. Ну, скажи мне, что ты думаешь вообще про работу в зале и на поле? Где тебе круче? Ну, а где футболисты работают? Ну, я не знаю, футболисты везде работают. Давай, на поле. Говори, делай. А он злой вот этот дядька? Дмитрий злой. Сегодня что-то он никогда таким не был. Угу. Понятно. На поле, конечно, лучше всего работать. Так, что у тебя в клубе, как дела? Лично или в общем в команде? Лично тебе и в команде. В команде не пришел. Ну ладно. У меня все хорошо. Результат только нужен. Самое главное. Катастрофа. На другой выходил, устал. Все в конец. Это Кирилл Константинович, вы его прекрасно знаете. Кирилл Константинович, что сегодня будет? Работа будет. Ну какая? Самая серьезная. Ну расскажите. Не могу, не успеваю я. Хоккеисты только вышли, и надо зал приготовить. Все, он занят. 4. Расскажи мне, что, как, ребят, самочувствие? Ты вообще как ты после вчерашнего? А что было вчера? Ну как, матч? Сборная, все великолепно. Приехали, все отлично. Как у тебя? Как всегда, сборной собрались, позитивно заряжаемся с первых дней. Все отлично, эмоционально, хорошо. Ребята тоже приехали, все довольные. Счастливы, что пришли снова в нашу новую сборку. Ну а так в целом, что, после игры, конечно, есть некоторые у кого-то, можем сказать, минимальные проблемки, которые за сегодня мы их постараемся очень быстро устранить, и чтобы завтра уже все были в полной боевой готовности готовиться дальше. Победим, Ирланд. Однозначно. Да свой право, не меняем ног, не меняем. Хорошо, меняем, с другой ноги поехали. Можно, время идет. И здесь все, здорово, парни, молодцы. Главное не торопиться, сейчас поспокойничаем. Держаем. Да, только ноги ставь ближе, под опору. Еще ногами уходи вперед. Вот, да, легкие ножки. 4,
3, 2, 1. Так, а сейчас с нами Роман Михайлович. Роман Михайлович, как вы себя чувствуете после дня рождения? Сколько тортов вы вчера съели? Тортов 0, кусочек торта 1. А сейчас отрабатываете съеденное? Уже все отработали. Сколько калорий же потратили? Не знаю, часы покажут после тренировки. Роман Михайлович, а что сложнее, работать в сборной или играть за сборную? Мой вопрос, Роман Михайлович, это, в тупик поставил. Да, сложности есть и там, и там. Хорошо, где более, как Паша Воля сказал, пляжникам дают только за победу капли пота. Вот сколько капли пота у вас на велике и в тренировке пляжки? Тренировки бывают разные. И на велике, и в пляжке. У нас политкорректный Роман Михайлович. В общем, отрабатывает вчерашние тортики. Ну расскажи, что по трибунным помещениям творилось после победы? Ничего особенного. Как что ты у меня спрашиваешь, он может. У фаворитов встречи спросил. Что вчера было не так? Вчера? Вопрос к тренеру. Вчера. Просто был на поле. У крыльев появились крылья? И Броудс. Макс, ну что, как впечатление тебе? Впечатление о чем? От нахождения в нашей команде. Ты у нас, несмотря ни на что, но ты у нас новичок. Мы только подъехали, что, значит, начали там работать. Впечатление хорошее было. Как обстановочка тебе? Все классно. Удиви, не спрашивал, когда сюда ехал? Че, как тут у нас? Не успел допросить его. Одна ногу поменяй. Двигаться есть. Отлично. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ой, отлично. Мидбол только не опускай низ, на уровне груди оставляю. Почаще, молодцы. Здорово, Слава. Прям втыкаешься. Вот смотри, Костя работает, ножку его даже не слышно. Сделай, потому что не слышно не было. Во! Чуть-чуть костер перехватил, смотри, сломался. Это одна из финиш. Остановись. Теперь в эту сторону делай. Давай. Остановись, согни и шагай. Да, сейчас поймете. И вперед рукой тянемся. Можно до стопы достать. Все, отдыхаем. Потянулись вперед. Под коленом себя почувствовали и максимально расслабились. Какой палец. Получается, пока тянется, получается просто сидеть. Так будет плохо. Нет? Все. Сиди до уровня грудного отдела. А у нас еще один новый футболист. Мы его, кстати, ждали, много говорили с его друзьями. Костя Мардишвили. Костя очень приедет. Да, Костя очень сильно за тебя переживал, в курсе, нет? Да, конечно. Мы на предыдущий сбор, он говорит, так, почему Влада не вызывают? Влад, ну что, как рад? Да, конечно, первый сборный. Что-то новое всегда. Сейчас еще Костя подъедет, вообще шикарно будет. Ты когда сюда ехал, с ним общался? Да, ну я когда узнал, что вызвали, конечно, списались. Ну мы и так с ним общаемся, так поговорить. Че спрашивал? Что тебе, за что переживал? Нет, я ни за что, просто так общались, да и все. Спросил, как у него лока, да и ничего такого. Ну и че, как говорит, что у него там лока? Да, говорит, нормально все у него лока. Так, ладно, че, как тебе у нас первое впечатление? Да вроде все нормально. Как-то хорошо. Никто не обижает? Нет. Ну только если муха. Муха может. Бэриш. Ну он из ЦСКА здесь. За что он тебе так? Спуска не дает вообще. Спасибо, муха, спасибо. Но тут же Акинфеева-то нет? Ну тут нет, да. Ладно. Здесь есть Сулейманов. Сулейманов, да. Суль, не будешь обижать Влада? А? Не будешь Влада обижать? Здесь баловаться не знаю. Ванька с нами. Ванька. Всем привет. Расскажи, как твои дела вообще в целом? Ну, этот месяц такой достаточно сумбурный получился, потому что больной выезд в Сочи, Ставрополь с Динамо. Так, скажи мне, что забуксовал-то Динамо? Ну, не фарт небольшой. Вчера по первому тайму могли выигрывать. Много моментов было, то есть все шло как и должно было идти. Но потом, видимо, уже не хватило немножечко силенок. Плюс пропустили гол на контратаке. Вернемся к нашей сборной, расскажи мне, с кем играем-то? Северная Ирландия, реально. Ты про это? Да. Думаешь, не знаю? Нет, я не знаю, вдруг забыл. Не переключился. Нет, успел переключиться, поэтому.
Что думаешь про эти команды? Ну, надо обыгрывать. То есть про них я особо и не думаю. Я думаю, как нам надо подготовиться максимально, чтобы получить максимальные результаты и забрать 6 очков за этот месяц.